Вообще, вот я считаю так, и своим детям говорю, хотя у них как, в общем, технические задатки, так и всякие возвышенные артистические оказались. Я говорю, что следующее, что вы должны получить, если у вас есть возможность, хорошее базовое образование, причем, естественно, научное. После этого можете заниматься чем угодно по жизни. Почему? Потому что если вы сможете получить хорошее образование, то значит, у вас развили понятийное мышление. После этого можете заниматься чем угодно. Чем душа лежит, у вас все будет получаться. Нужно иметь хорошее образование. Нужно для того, чтобы у мозга была дисциплина, и вас, если вы будете хотеть, и вам повезет, научат думать. То есть у вас разовьют понятийное мышление. Это мышление отсутствует, наверное, у 80-85% населения. Мы это наблюдаем вокруг себя.